Зрелый председатель Щелковского суда Колыванов систематически направляет гражданам отписки клеветнического характера с умыслом на сокрытие процессуальных документов от судей, в производстве которых находятся дела, или с целью не рассматривать по существу направленные обращения. 22 января 2018 года Колыванов направил очередную такую отписку по уголовному делу Боханова Александра Валерьевича, фальсифицируемого в Щелковском городском суде. Как это делается, доказывает данный ролик. Колыванов пишет: в Щелковском городском суде Московской области внимательно рассмотрена ваша жалоба на незаконные действия судьи Бибиковой, поступившая 16 января 2018 года через приемную суда. По существу доводов, указанных в вашей жалобе, сообщаю, что согласно части 3 статьи 11 Федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, государственный орган, должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержится нецензурная брань, либо оскорбительные выражения, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления своим правом. В связи с изложенным, полагаю, необходимо ваше обращение оставить без ответа. Врил председателю суда Колыванов. Как видим, он рассмотрел жалобу на незаконные действия судьи Бибиковой в порядке федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, хотя жалобы на судей не рассматриваются в указанном им порядке. Далее жертвы клеветы Колыванова обратились в суд для того, чтобы узнать, на какое же из обращений дан вот этот клеветнический ответ. Ознакомившись с материалами, проверки, я что-то получила, что я наругалась от Анакиной. Какой проверки? Не знаю, заявление от 16. А какой проверки-то? А я не знаю. А вам изложено все. Не, я не цензурно не ругаюсь никогда. Вот. Ну, с чем вы хотите ознакомиться? Откуда вы взяли, что я... Вы нам направили... Да, да. Вот, почитайте его, вы же нам направляли. А да. Можно его посмотреть? Вот, дайте, может, вы не тот смотрели, можно посмотреть? Я не цензурно ничего вам не направляла. Можно это вот заявление приподнять, что именно там было нецензурно? Или оскорбительным, или что тут? Что? В котором нет, содержится нецензурная брань, оскорбительные выражения. Что-то или брань должна быть, или оскорбительное выражение. Я должна принять к сведению. Не, ну просто вы, может, не то письмо смотрели. А вот оно, да. Я там, кстати, тоже заявить. Сейчас нет, вот нам ваши... сейчас покажут нам, не надо. Вот да, которые... Не, покажите, где здесь нецензурная брань. Вы читайте и... Не, ну вы где? Вы же увидели, мы не видим. Вот я читаю. Я ничего не видела, вам за подписью подписать. Пожалуйста, листайте, читайте. Вы же подавали, у вас же есть копии. Нет, а вы где? Вы же исполнитель. Итак, мы видим, что апелляционная жалоба на незаконные действия, бездействия и решения судьи Бибиковой, произведенные ею 26 декабря 2016 года, при рассмотрении ею уголовного дела, незаконно рассмотрена Колывановым и оставлена им без рассмотрения по существу. Хотя таких полномочий у него нет. Вот это на деле мы видим, как Колыванов вмешивается в отправление правосудия и препятствует ему фальсифицируя материалы уголовного дела. изымая из него апелляционные жалобы. Вот такими действиями Колыванов занимается неоднократно. И такие действия соответствуют составу преступления по части 3 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, Щелковский городской суд возглавляет преступник Колыванов Сергей Михайлович.